Родился грузинский законник в 1959 году в Тбилиси. Детство у него было сложным, много времени он проводил на улице, там же и пристрастился к воровской жизни. В 1975 году был пойман на воровстве, на тот момент ему едва исполнилось 16. В 1977 в Тбилиси Роман был осужден за разбой на 6,5 лет. Во время пребывания за решеткой Габуня познакомился с настоящими ворами в законе. Они достаточно впечатлили его, чтобы проникнуться воровскими понятиями и стать стремящимся к высшему титулу. В 1980-м Габуня был осужден за хулиганство на 1 год, а в 1982-м за угон автомототранспортных средств на 1,5 года. В 1983-м Габуня наконец-таки получил воровскую корону. Его крестным отцом стал Амиран Кариаули, бесик. Далее Романа продолжил нарушать закон и получать небольшие сроки. В 87-м его осудили на 3 года за занятия попрошайничеством и бродяжничеством. В 1990-м был замечен на похоронах своего крестного отца. Спустя 4 года его вновь посадили на полгода за перевозку наркотиков и порчу памятника культуры. В 2000-м у Романа Габуни вышел конфликт с Кобе Руставским, и тот раскороновал его. Этот вопрос авторитету так и не удалось решить, и в 2016-м он умер в Тбилиси, оставшись бывшим вором.